Аварія з удзелам дзяўчынкі адбылася 8 ліпеня. Па папярэдняй інфармацыі, 57-гадовы вадзіцель МАЗа рухаўся па вуліцы Лугавой у вёсцы Мацеевічы. 6-гадовая веласіпедыстка рухалася па правым краі праезнай часткі ў спадарожным напрамку. На нейкі момант закрыла вочы, вывернула руль у бок грузавіка, які здзяйсняў манеўр абгону, і дапусціла сутыкненне з заднім правым колам прычэпа. Мне, как у сотрудника госавтоинспекции, сразу же, как говорится, вопрос, где были родители и почему малолетний ребенок находился на проезжей части дороги. Мы с вами прекрасно понимаем, что дети в возрасте до 14 лет не могут двигаться по дорогам общего пользования. Естественно, кроме сопровождения взрослых. В этом случае сопровождения взрослых не было. Была только ее старшая сестра, которой тоже 11 лет. На сегодняшний момент девочка находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Брест детской областной больницы. Усяго ж за выходные дни на дорогах было зарегистрировано 5 дорожно-транспортных здарэнняў, у выніку яких один человек загинул и 6 атрымали травмы разной ступени тяжкости. Найбольшая колькасць злачынстваў за минулый тыдзень зафиксована по линии криминального вышуку – 102, что называется по горячих следах, на протягу суток раскрыто 46, 11 зліку здійснених раней, затримана 21 подозрённая особа. У Бресте 7 липеня отбылся абуральный акт вандализма. Невядомые подпалили вянки для помника воинов-интернационалистов. У выніку сгорания потерпел монумент. В час 25 в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы, которая прогуливалась в парке воинов-интернационалистов, сообщила милиция о том, что горит памятник воинам-интернационалистам. На место происшествия были направлены наряды МЧС и сотрудники милиции. Было установлено, что неизвестные подожгли венки. После пожара пламя перенеслось на памятник, был нанесен ущерб. Сейчас работает комиссия по установлению суммы нанесенного ущерба. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. У Івацевішах 7 ліпеня грузовий тягнік насмерть збив машину. Состав рухався з боку Доманова. У районі чыгуначного моста праз раку Гриуда под надыходящий тягнік кинувся машина. Машиніст экстренно затормозил, однак позбегнуть наезду на человека не удалося. Машина загинул. 8 ліпеня отбылся пожар у вытворчым помяшканні былой меблевой фабрики. Будинок не эксплуатуется уже 4 года. У ім знаходилися дрэваапрацоўчыя станки и іншое обсталяванне, кое подлягает демонтажу. Потерпелых нема. Еще один пожар отбылся в Кобрине. В результате происшествия огнем уничтожена кровля строения, повреждены перекрытия и отделка. Женщина с ожогами госпитализирована в учреждении здравоохранения. По предварительной информации, причиной пожара могло стать ее неосторожное обращение с огнем. Сегодня у Бресте отбылось узгорание на 3-м поверсе по улице Партизанская, 10. Зворот у пожарную и ратовальную службу поступил днем, а полове первой годины. Супрацовники МНС выратовали 3 пенсионеров. Потерпелых нема. Господара кватеры 98-го года нараджения у доме не было. По попередней информации, ненавито за его неосторожного обыхожения с сигаретами и отбылось узгорание.